Всем привет! Сегодня хотелось бы поговорить по поводу вот таких вот наушничков. Ничем не примечательные вакуумники, на первый взгляд, как бы. Но тут очень классный микрофон для записи видео, если вдруг кому-то понадобится с телефона. Но самое интересное в них совершенно другое. Это их звук. Можно даже проверить прямо сейчас. Вот так вот это работает. То есть лупит на полную. Я где-то слушаю, ну, скажем так, в метро даже, вот на таком 50-процентном соотношении. Мягкая резина. Еще радует то, что здесь вот резинка нормально сделана. Ну, в общем, вакуумники хорошие. Хорошая сетка. Сам штекер тоже заплавлен просто. И мягкая плетка. Мягкая и довольно-таки классная. Они на морозе даже не путаются. То есть очень хорошо себя ведут. Ссылка на них будет в описании. Четырехполосники. Если вам нужно будет подкидывать его на камеру, заранее лучше прикупить переходник на трехполосную гарнитуру. Можно даже V-образной. Все ссылки будут в описании, кому интересно. Для хорошего звука, для очень хорошего звука с микрофона, клавиши ответа, ну как бы за такие деньги это вообще нечто. Всем пока, все ссылки в описании.